Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна. Добрый день. Строительство колокольни в Кремле, открытие Краеведческого музея, открытие храма в Себино на родине Святой Матроны, фестиваль «Улыбнись, Россия». Но это первое, что приходит обывателю на ум, говоря об итогах 2013 года. Вы как профессионал, какие итоги подводите? По всем направлениям, я считаю, нам в 2013 году удалось многое сделать. Ну, во-первых, это то, что связано, с основным базовым моментом. Это благосостояние наших работников культуры, то, что определено в указе президента 597, который все мы выполняем. Действительно, если говорить о людях, то, смотрите, когда мы говорили 2 года назад о престиже профессии или не престиже профессии работника культуры, мы называли цифру зарплаты, варьируя вокруг 10 тысяч. Сегодня мы уже можем гордо сказать, что средняя заработная плата по Тульской области 15-209. А наши, например, преподаватели творческих СУЗов получают и 23-400, если не ошибаюсь, то есть почти с половиной. А за счет чего удалось повысить заработную плату? Ну, во-первых, проведены определенные реорганизационные меры, потому что действительно надо было навести порядок, где-то укрупняя учреждения, где-то, может быть, лишая их излишнего количества административно-управляющего состава. Были определенные средства региональные, которые добавлялись для повышения этой заработной платы. Вот. И я считаю, что мы в России выглядим в этом плане очень хорошо. К 2018 году мы должны достичь 100% от средней заработной платы по региону. Я думаю, что мы достигнем и идем к этому хорошими темпами. Болезненный был вопрос закрытия библиотек в муниципальных образованиях. Многие говорили, как же так культуру пропагандируем, развиваем, а библиотеки закрываем. Почему? Библиотеки не закрываем. Если происходит укрупнение библиотек, вот о чем мы с вами говорили, да, зачем нам нужен в библиотеке сельский директор, заместитель директора и один библиотекарь. Вот так было несколько лет, и они получали небольшую зарплату, но это не совсем правильно. Мы исходим из человека. Живет в определенной местности определенное количество народа. Да? Люди должны получать государственную услугу, библиотечное обслуживание. Мы заботимся о том, чтобы люди качественно получали библиотечное обслуживание. Где-то, если это небольшие деревни, действительно актуальны и какие-то, может быть, библиомобили, которые подвозят книги людям. Где-то мы настаивали, чтобы библиотека осталась, библиотека существовала стационарно, ее нужно сохранять, книжный фонд нужно пополнять и держать его в соответствующем сохранении. А вот эти библиомобили, они уже запущены? В каких районах? Нет. Вот они? Нет? Или это проект? Библиомобили – это то, что обслуживается людей на местах с колес, что называется. Я понимаю, но они где-то уже запущены? Но это некоторые регионы, районы наши используют обычный транспорт для того, чтобы в Кимовске, да, для того, чтобы в ряде районов Арсеньева людям довозят. То есть такие отдаленные, да, достаточно отдаленные районы? Деревни, причем мы должны обслуживать людей в самых отдаленных уголках нашей родины, Тульского края. Мы очень много сделали в сфере музейной. Вы начали называть Кремль, да, действительно, в 2014 году Кремль заработает. А когда мы все-таки услышим полноценный колокольный звон, потому что пробный уже был? Пробный был, как наши строители, они вообще не рискуют загадывать, чтобы не сглазить, но весной, конец февраля, март, колокольня как конструкция будет завершена, все будет навешено, но затем начнется процесс приведения в порядок облика, штукатурки так называемой, да, внутренней отделки. Я думаю, что летом, к осени, колокольня должна быть готова. Но вроде восстановление Кремля благое дело, а все равно есть недовольные. Знаете, Кремль будет благоустроен, Кремль будет открыт для туликов, и Кремль, я однозначно скажу... А что там будет? Вот если мы... Вот давайте такую виртуальную экскурсию. Вот мы входим, да? Перед нами уже построенная колокольня. Что будет справа, где сейчас такое поле и пустырь условно? Кремль... Есть проект благоустройства Кремля, который вы вот я хочу скоро, слышать, как... скоро увидите. Есть, ну, раскройте секрет. Будет все-таки несколько зон, в которых будет туликам удобно и гулять, и познавать историю, что и отдыхать. Зоны? Это зона мемориальная, это зона рекреации, отдыха. Это зона, где будут устраиваться какие-то определенные публичные мероприятия. Будет работать колокольня, будут приведены в порядок оба наших храма. Мы сейчас говорим о том, что мы уже скоро приступим к внутренней отделке Успенского собора. Поэтому Кремль, как памятник и как музей, будет полноценно работать уже в 2014 году. Как вы упомянули, был в этом году открыт уже Краеведческий музей. Несколько штрихов, и этот музей действительно будет гордостью, мы будем говорить о том, а какие штрихи остались? Штрихи остались, не совсем еще доделан зал промышленности.
Турской, в конце января он, как сказать, обретет свой подлинный уже полноценный облик. Сейчас разрабатывается современная форма уже навигации по музею, аудиоэкскурсии, видеоэкскурсии, современный этикетаж, который позволит человеку без экскурсовода свободно ориентироваться по этому музею. Финансирование-то достаточно для таких масштабных проектов? Достаточно. Финансирование было. А насколько выделено больше, если в сравнении там с 11-м, с 10-м, с 12-м годом? Знаете, вообще растет или на том же уровне остается финансирование? Культура. Культура. Это самый главный вопрос, который, собственно говоря, определяет наше благосостояние сегодня. Ну, я могу вам назвать цифру. В 2011 году на культуру было выделено 6,9 миллиона. Угу. Это финансирование программы развития отрасли. Из регионального бюджета. Это региональная программа развития культуры. В 2013 году эта программа составила 199 миллионов, фактически 200. Вот 6,9 миллионов и 200 миллионов – сопоставимые цифры? Нет, конечно. Вот. Если мы говорим о том, что старт мы в туризме взяли с цифры 234 тысячи, что хватало просто на небольшую раздаточную продукцию в виде календарей. Буклетики, да, такие? Да. То в 2013 году, в 2014 году планы на программу по туризму – это 33 миллиона. Вот сопоставимы эти цифры? И доля, выделяемая из консолидированного бюджета на культуру в нашем регионе, она достаточно существенная и она растет. В 2014 году мы ставим для себя цифру 3%. Когда-то это было 2% и даже меньше 2%. Вы затронули тему развития туризма. Постоянно слышим о том, что надо привлекать. А гостиниц доступных как не было, так и нет, причем их нет даже в областном центре. Перед нами стоит задача, поставленная нам войти в федеральные целевые программы, инвестиционные программы, которые позволят нам привлечь средства не только регионального бюджета, но прежде всего инвесторов привлечь, заинтересовать, и средства федерального бюджета на то, чтобы у нас были туристически привлекательные центры, комплексы, гостиницы, где-то рядом с музеями. Но где будут создавать эти привлекательные центры? Куликово поле, да? Куликово поле – это федеральный музей. Там идет в полной мере идет строительство нового музейного комплекса с гостиницей, с хорошим конференц-залом. Недалеко от Куликово поля мы говорим уже о том, что строится, почти построен дом-музей Матроны Блаженной. Себе, есть, правильно? Тоже заинтересованный инвестор, который планирует построить там гостиницу. Но это Кимовский район, тоже это все-таки далеко, район. А поближе? Это парк-отель, Атлас-парк-отель недалеко, в Щекинском районе, вот несколько, может быть, пройдет недель, допустим, и этот уже заработает комплекс. Гостиница будет запущена в Туле. Я думаю, что в Тульской области скоро, совсем скоро, появятся хорошие возможности принимать туристов и не только из России, но и из-за рубежа. Я хочу сказать еще о том, что в этом году стартуют новые программы, которые будут также поддержкой для муниципалитетов. Это программа развития парков, муниципальных парков. Это программа поддержки малых исторических городов. Причем мы выходим с этими проектами и на федеральные программы. Это программы, по которым будет продолжаться поддерживаться материальная база учреждений культуры. То есть будут выделяться средства на ремонты тех или иных клубов или музыкальных школ. В следующем году, вот от цифры 30 мы оттолкнулись, в следующем году эта программа поддержки муниципалитетов составит порядка 70 миллионов. Проект, который удалось сдвинуть. В этом году будет произведена полная реставрация трех элементов. Это главный храм Никольский, это галерея переходная и это трапезная, то, что называется зимним храмом. И выделены также федеральные средства на проект реставрации колокольни и башни въездных ворот. Ну а в каком месяце мы уже сможем оценить? Это проект 2014 года. Я думаю, это вторая половина. Это не быстро делается, это огромный храм. В течение 2014 года это будет. Рядом с Епифанией мы видим, да, Себина у нас. Я еще хочу сказать о том, что наконец-то сдвинулся Венев с его уникальными сооружениями. Выделены федеральные средства на проект реставрации колокольни Веневской, храма.
монастырских сооружений. Если выделены деньги и средства на проекты, то постепенно будет происходить и программа реставрации. Это Епифань, Венёв, где еще нам ждать? Ждите. Значит, выделялись средства и уже проведена часть реставрации в усадьбе Хомякова. В декабре в Туле прошло замечательное событие фестиваля «Улыбнись, России». Но второй же как фестиваль. Удалось привлечь таких звезд? Им деньги платят? Или они вот просто от души Вы приезжают? Вы знаете, наверное, и то, и другое. Конечно, но Плеяда бюджет, же приехала. Конечно. Бюджет у фестиваля есть, безусловно. Но я хочу сказать, что сам дух фестиваля, правила игры на фестивале – это оценка зрителей. И если зрители выделили какой-то фильм или какую-то роль, то, наверное, артист и не только за деньги, и даже большой артист может приехать для того, чтобы от своих поклонников услышать аплодисменты и получить из рук маститого режиссера очередную награду за свою работу для зрителей. А в 2014 году что-то подобное нам стоит ждать? Ну, я так думаю, что этот фестиваль... Какие крупные будут события вот, культурные в 2014 году? К чему нам готовиться, когда платье покупать? Во всяком случае, те события, которые действительно зарекомендовали себя уже, я считаю, что у нас есть очень серьезные, хорошие, мощные фестивали, которые нам надо развивать. Это прежде всего Крапивинский фестиваль, который инициирует Ясная Поляна, и региональный бюджет также участвует в этом мероприятии. Мы поддерживаем этот фестиваль, и Крапивну поддерживаем, как уникальный город уездный. Это, конечно, песня «Бежена луга», которая собирает несколько десятков тысяч человек. Это такие традиционные фестивали. Куликово поле, да, это 12 ключей, но мы планируем в этом году все-таки стартовать с тем, что мы давно уже вынашиваем. Это фестиваль «Международный день левши», который объединит не только наших промышленников, но и станет неким таким, как бы сказать, творческим, может быть, съездом людей, которые хотят творить, хотят вершить. Ну, леворуких людей 10%, но говорят, что именно они талантливы. Музеи стали больше людей посещать? Да, музеи стали больше людей посещать, но музеи посещают прежде всего тульские. Вот когда нас спрашивают, вы создали объединение музейное? Да. Мы от этого выиграли? Выиграли. Музейное объединение, оно, как бы сказать, стало более крепким, мощным. Там появились больше интересных акций, и ночь искусств, и ночь музеев. И если вы видели в новогодние каникулы, то все музеи просто... Ну, музей Самоваров принимал до 1500 человек, да? А за Экзотариум более 5000 вообще за все выходные праздники. Вот. Но есть некая проблема с муниципальными музеями. Вы коснулись очень хорошей темы, я постоянно к этому обращаюсь, потому что и губернатор, и правительство нас ориентируют на поддержку все-таки всего региона, всей региональной культуры. Это, собственно, посыл и президента России в том числе. Мы хотим все-таки обратить внимание на муниципальные музеи. В январе у нас стартует, подготовили, и стартует такой проект, акция «Музейный марафон», когда школьники из разных районов, есть уже график, будут посещать музеи муниципальные другого района. Вторая главная задача этого проекта – это мотивировать музеи для создания, обновления каких-то более современных экспозиций на своей базе. Музеи должны заработать, музеи должны оживиться. Собственно, идея Года культуры, как ее декларирует наш уважаемый министр культуры Российской Федерации, который, не могу не сказать слово, министерство нас поддерживает очень здорово. И не только финансово, но и, что называется, ну, так сказать, своими направлениями ведущими, поддержкой в каких-то проектах, начинаниях. Действительно, мы получили в этом году от Министерства культуры очень мощную поддержку. Она впервые обратилась к регионам, такого никогда не было. Так вот, действительно, как говорит министр культуры Российской Федерации, основная цель Года культуры не столько обратить внимание на культуру, ну да, не престижно, это все знают, это тоже внимание. Нет, наоборот, показать, что это престижно, и завести культуру, чтобы она как механизм заработала, чтобы все оживилось, чтобы у людей появилась потребность, вот сформировать потребность ходить в учреждения культуры, читать книги, смотреть кино, если мы с вами говорим о киноискусстве, да, вот, формировать вкус у людей, формировать это какие-то традиции. Это за один год или пока надо просто запустить механизм? Вы знаете, механизм? Это надо запустить механизм, формировать традиции семейного отдыха, привнести в Россию, на российскую почву культуру в самом широком ее смысле. Я бы хотела в связи с этим еще поблагодарить и наш общественный совет, который существует при Министерстве культуры и туризма. Нам удалось, я думаю, что в дальнейшем году, в будущем году мы это как раз-таки разовьем. Мне очень радостно, что наша такая вот серьезная, авторитетная культурная общественность, она как-то сплотилась вокруг нашего министерства. Вот в частности в лице общественного совета, который нам также помогает работать и с муниципалитетами, и реализовывать какие-то проекты, и давать советы. Это те люди, которых знают многие, которые себя зарекомендовали.
рекомендовали, и директора ведущих учреждений, и музеев, и театров, и библиотек. И вот эта вот общественная поддержка, вот этот общественный такой костяк, и мы надеемся, что будет общественный резонанс положительный от культуры, от того, что делается в Туле, в Тульском регионе. Вот это наша, может быть, даже сверхзадача. А все остальное, используя вашу терминологию, завести культуру – цель благая. Удачи вам, спасибо за беседу. Спасибо.